Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. 675. Составить буквенное выражение и решить задачу. Сестра нашла х грибов, а брат в два раза больше. Сколько грибов нашел брат? В больше действие умножения. Раз сестра х, а брат в два раза больше, значит надо 2 умножить на х. 2х грибов нашел брат. Чтобы узнать, сколько они нашли вместе, а второй вопрос задачи, сколько грибов они нашли вместе, надо к количеству грибов, которые нашла сестра, она нашла х, прибавить количество грибов, которые нашел брат, а он нашел 2х. Можно упростить. Х 1х плюс 2х будет 3х. Столько грибов они нашли вместе. Мы составили буквенное выражение и решили задачи, ответив на 2 вопроса. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.